так командиры шутили, можно сказать, шутя сказать, не тупите, ребята, будете отступать, будем стрелять вас, только вперед. Такие разговоры были. В Бахмуте очень много, половина всех ребят полегло. Мало кто вышел из наших, три роты отправляли. Я только вот четверых встретил живых. Это из 100 человек. Половина сразу погибла при штурме горы возле Бахмута. В 200-м мотострелковой бригаде тоже много ребят погибло рядом.